сигнализации здесь вот нет? Вообще есть. Ну так в телефоне, ну, есть. Сам тут вообще уже неплохо снимать. Ну, там-то все равно. Слушай, а вот эта экшн-камера, там тоже же есть стабилизация? Есть тоже? То есть ее можно просто вот так носить, как бы, в руке, да? Не, ну все равно вот эти вот качания будут. Нет, так они в любом случае будут, наверное. Нет, с этим гимбалом стабилизатором. Сейчас себя покажу, да, этим. Конечно, в реальности еще красивее. Слышите качание влево-вправо? Да, конечно. Это у нас Карекский вулкан. Карекский вулкан. Даже шапочка так подсвечивается, солнышко. Ага, кстати, да. Ну, уже смеркается потихонечку вечер. Погуляем, наверное, вообще стемнеет там улица. О, ну как красиво. Вечно начинаю снимать, когда мы проезжаем мимо деревьев. Когда чисто, пока я камеру доведу, отведу. О, интернет пропадал. Понимаешь, вот такой еду дай, брат. Когда что-нибудь будет приключаться такое, у меня камера будет. Да. Или в другую сторону. Да-да-да. Вот такая у нас красота на Камчатке. Боже мой, как жаль, что камеры все равно не передают. Это такой малиновый цвет насыщенный. Это же... Берингия будет. Может быть, в связи с Берингией что-то? Может быть, может быть. Вот это вот кольцо. Ну, я поняла. Дачное. Вроде как перекрывается. Я не вникал, потому что я не знаю. Я же не часто, мне не интересно. Где там сидит каркает. Мы в Ельзово. Как это называется? Сквер Гагарина. Космонавтов. Да? Космонавтов. Чудо. Аллея, по-моему, космонавтов. Аллея. Ну так вот все тут выглядит. Че? Что будем? Качаться? Что это тут такой ветерочек вон? Палки падают. Не будем, да. Качаться только в такую погоду, что как-то так себе занятие. И тебе не понравились в прошлый раз эти качели, тонкие рейки. Конечно, тонкие. Меня же держать еще надо. Ой, вот начинается. Вверх.
Чел, нахуй ты делаешь? Нахуй ты делаешь? У ответа не ответа, а запрещенных барабанщиков. Какая? Я был нахуй один. Пошли мы. Пойдем мы на машине уже. Тут Петропавловск. Я думаю, там да? Будет. Да? Я думаю, слышно будет, не очень. Слышно будет? Ну как посмотрим. Надо еще микрофон пить лично. Многие блогеры, извините меня, уже они сколько там, несколько сот тысяч подписчиков, и то без микрофонов и так далее. А смотри, в принципе, как это все, ну, как снимает неплохо, да? Ага, ну это так. Опа, сады. Не, да, смотри, тоже телефон. Конечно. Конечно. И об этом мне говорят уже, наверное, раз третий. Мы здесь проходим, и третий раз, вот эта бесплатная реклама, да, вот эту стоматологию. Все. Рука замерзла. Никому же надо сейчас скоро садиться. Все, ты ничего не пропустишь? Нет. Я же другими словами так говорю. Ну, камеру еще надо протереть. Ну, так, в принципе, садится. На всякий случай. Чуть-чуть.